Десятки дніпропетровців зібрались біля міськвиконкому ввечері четверга. Поки в Києві вкотре судять Геннадія Корбана, земляки по-своєму підтримують його вдома. Ті, хто прийшов на акцію опального політика, називають своїм героєм, передають привіти на камеру та просять не здаватися. Загальна ж ідея мітингу – свобода для всіх політичних в'язнів, хто потерпає за ідею через репресії та за свободу і незалежність українського народу. Корбан захищав Дніпро. Патріот. Да, он является патриотом Украины, и естественно, что это несправедливость, которая должна быть устранена. То есть, конечно, безусловно, мы возмущены тем, что происходит сейчас там в Киеве. Защищаем не только Корбана, мы защищаем всех политических заключенных, людей, которые противопоставили себя системе, которые выступили от имени всего народа Украины, говоря о несовершенстве и несправедливости тех процессов, которые идут в обществе. Фамилия Корбана просто, наверное, звучная, она сегодня становится фактически логотипом свободы, свободы народного движения как такового, движения на освобождение Украины от антиукраинских элементов.